бочек выхайсен, не бэх. У меня УАЗик, это кто, это вы, да? Это я. Понял. Давай подберем к Вену, поедем. Да не, на. Тут отделение, короче, по полю. Хотя ладно, давай, блять, поехали. Подстройку подъедь. Я прям под стройкой. Спускаюсь. Короче, к нам сейчас придут, посмотрите. Они рвались, уже заняли, короче, на мою метку. К тебе идут прям, что ли? Да. Я чуть оттянулся. А стреляют вот это вот где? В Равце и вот на метках. Там у ВХС враг уже вот здесь вот. И в Равце. Ман, есть, живой? Идут, блин, к тебе. Метку дай. По отделению после тебя. А хоть одна в весь лад. А с какой стороны дороги? Они в ё... Они в ж... Где они, блять, обходят? Вижу. Ой, убил одного, хорошо. Еще где? Твит, ты живой? Ты не твит или скрипел? Блять, у нас еще одну бэху выбили. У нас еще одну бэху, походу, выбили. Я съебываюсь, короче, с этой высоты назад, у меня прицел просто. А ВХС есть на дальней? Блять. А, вот смотри, черный, метка передо мной. Пехарь, ты живой? Что-то едет. Это танк по берегу едет. Вражеский. Короче, Ёшинского. Давай.
Короче, я выбил Беху и по пеху с ОГ дал. Он живой там, блядь, или чё? Не-не, я убил. Он с ДВ был вроде бы. ХЗ убил. А на УАЗе кто катался? Враг. Вот это вот он, но, наверное. Беха, короче, обездвижена. Её добить надо, блядь. Ты там чисто у тебя, вот я через черную пройду дорожку. Нет, чисто, я на бедке бегу, бег одному. Короче, я сейчас к тебе иду, блять. Мне надо Беху добить. Чего? У меня есть, просто она меня спалила сразу, я позицию сменил. Оббежать ее, блять. По кому она вообще работает, блять? Че? По кому она хуярит? Ну, походу она слышь, походу, да. Там по ВХСов дохуище. Я убил одного с СВД, типа. Слышь, мне бы это... На завод сгонять за снарядами. А я хз, где у вас? Враг есть? Он ГД минор поставил уже, типа, севернее нас. Вазик, где-то там на дороге стоит. Тихо. Чё едет, нахуй? Блять, хаммер едет. По дороге, походу. Сейчас буду убивать его. Может, свой? Ну хаммер-то у них только. Ну, или он по лесу. Пошел. Там на север уже враг стреляет, пошли. Хаммер передо мной высадился, блядь. Убил еще одну. У меня в лесу уже. Понял. Сейчас метку обновлю. Тут враг. Ты пустой. Да. Кто с оптикой? Я справа от тебя, по мне вот сейчас вот это стреляли из города, я не знаю кто, походу враг. Я на метке. Я тебя вижу, я вот сижу, блядь, я не знаю, и у меня стреляли, короче, на юго-востоке вплотную в елках в соседних прям. Я шел его чекать, там, короче. Зеленого дома я видел чела. Че, враг, да? Наверное. Короче. Вот где-то здесь, короче, стреляли, я пошел его чекать, по мне начали с города хуярить. Я за елкой сижу тут, не знаю, что делать, блядь. А твит живой? Нет. Может, двиг сделаем? Алло. Алло, но он больше не пикает. Я не знаю, блядь, что делать сейчас. Танк выбили? Много есть. У меня, да, у меня еще нормально. Я вот пуск давал, я вот под ноги прям чел дал. 30, дай под зеленый дом. Этажный? Вижу, там бегает. Надеюсь, накрыл, хуй знает. Это враг был, если что, я увидел. Но
Ну вот он из-за дома бежал на 50 азимут к больнице. Через дорогу перебегал туда, когда я пуск дал. Правый дом зеленый. Он с оптикой вроде. Блять, по пуле за тобой бежит чел. Пришил его. Пришил, да. Там каменная грядка. Ты? Что я? Пукнул. Я ничего не делал. Слышишь, ты можешь посмотреть, чтобы из леса на меня никто не вышел, а побегу тоже? Да никого там нет уже, я думаю, ты последний убил. На дороге труп лежит. Где ты убил за собой? Заебись. Ладно, я побежал, короче. По кому? Там в стороне триггер убил. Там где я жив, не знаю. Ну, один выбит. Не знаю, это походу понял из одноэтажного кирпичного. Видел его? Я забайсился на бегу. Ну вот и звук из дома стреляли, типа, не знаю. Да, это я понимаю. Ну вроде бы дом закрытый-то, вот этот вот хуй знает. Я сейчас иду вдоль этих многоэтажек у магазина. Я походу убил его. Да, с ДВшкой был. Как раз вот с того места, откуда я думал, выбежал. На севере, вот по ним походу стреляют. Стреляешь с юга? Вот это сейчас с севера стреляют. Ну что, выиграешь?